27 ноября в республику прибыла третья группа граждан, вынужденно покинувших территорию Палестины. Тут они получат статус беженцев и первое время будут проживать в пункте временного размещения, который находится на базе одного из комфортабельных баз отдыха. На железнодорожном вокзале столицы Дагестана палестинцев встретил первый заместитель руководителя администрации главы и правительства региона Махач Омаров, уполномоченная по правам ребенка Марина Ежова, сотрудники МЧС, медицинский персонал и психологи. Третья группа составляет 70 человек, 42 из которых – это дети в возрасте до 17 лет. Напомним, что накануне в Дагестане было размещено свыше 70 палестинских беженцев.